Привет, я Лёша, мне 14 лет. Это мои друзья, Дрон и Витёк. Но это типа наша школа и наша зачетная математичка. Васин, ластик принес? А это она. Мы встретили их, когда тупили после учебы. Бомбец пошел. Я когда ее увидел, меня прям реально как током ударило. Чупа-чупс и три синих тоника. Паспорт. Не, ну нормально, девушка, куда я тут его уберу-то, а? Не подскажете? В трусы, блин, прости господи. Я пробил ее ВКонтакте, и выяснилось, что она из 201-й школы. А мы с ними враги. У них там Волков всеми рулит, и с ним, говорят, лучше не связываться. Но я без нее, походу, больше не мог. Ну, тогда я решил рискнуть и познакомиться. Можно. Ну и понеслось. Подошел. Ну а дальше было много чего. В двух словах и не расскажешь. Короче, приходите в кино и сами все увидите. Мы пьяные, влюбленные до судорог, мы пьяные. В отелях всех дорог, мы пьяные в канавах, засыпаны крестой. Мы пьяные друг с другом, я пьяная с тобой. Мы пьяные, мы пьяные, мы пьяные. Оп, это Леша. Можно он к нам ненадолго зайдет? Ты на сыт смотрел? Мы пьяные ложимся, мы пьяные встаем. Мы пьяные родились, мы пьяные умрем. И отдельно мой совет тем, у кого первое свидание. Идите на наш фильм, и после него вечером у вас точно все будет хорошо. А, да, и еще забыл сказать, мы не актеры. В этом фильме снялись реальные подростки, найденные ВКонтакте. Так что 14+, это реальная история первой любви.